Сегодня утром в Чебоксарах Московский проспект перебежало некое парнокопытное животное. Оно попало в кадр видеорегистратора автомобиля, который ехал в районе Республиканской больницы. На кадрах видно, как животному чудесным образом удается перебежать оживленный проспект целым и невредимым. Затем животное видели уже в районе наркологического диспансера и улицы Спиридона Михайлова. Очевидцы вызвали специалистов, которые определили, что это косуля. Забежал во двор по Спиридону Михайлова один, а выйти не смог. Двор закрыт воротами. Позвонила в 112, минут через пять приехали спецслужбы ловить оленя. Сказали, что это косуля. Вот она в угол забилась, оттуда ее и вынули потом. Я выехал туда, позвонил ветеринарам сразу, когда ехал. И параллельно они тоже приехали туда. Косуля убежала у нас. Потом где-то в подвале его поймали. Я отвез Чебоксарский район туда, в сторону Хыргасы. Я там в поле выпустил косулю. По мнению специалистов, вероятнее всего, косуля переплыла Волгу и вышла в город через этнопарк «Амазония».